Добрый день, с вами я, Игорь Попков, и новая серия документального фильма «Война глазами простого человека». Вместе с социально-благотворительным фондом «Покров» в этот раз мы привезли гуманитарную помощь жителям Донбасса, военнослужащим на передовую, в госпиталя, дома-приюты. Также эту гуманитарную помощь будем раздавать мирным жителям, оказывать помощь, содействие людям, которые каждый день живут в нужде. Чудесные люди, православные, искренне верующие. Нас благословил с утра батюшка. Сейчас мы уже готовимся в путь. Машины загружены, к нам присоединяется еще две машины. Еще четыре человека. И вот этой дружной компанией меня, как всегда, приняли. Ну, это люди по складу ума и характера такие, которые неравнодушны бедам другим. Они и в радости принимают людей незнакомых, просто познакомились, поздоровались и общались, как будто мы всю жизнь друг друга знаем. Позавтракали очень вкусно, нас накормили, дали где переночевать, еще с собой еды люди взяли. В общем, у меня всегда такое ощущение радости, что я в незнакомых городах с незнакомыми людьми знакомлюсь, а общаешься с ними, как будто вот всю жизнь знаком. И от этого поездки становится гораздо легче, и, казалось бы, напряжение, которое должно быть, оно тут же уходит. Ребята сейчас продолжают грузиться, у всех веселое, бодрое настроение, но, тем не менее, все понимают, куда мы едем и с какими трудностями мы можем столкнуться в любую минуту. Но вида никто не подает, и от этого, ну, действительно легко становится. Помолимся, братья. Господи Иисусе Христе, Бог наш, истинно живи путью со странцем, где мнимом Твоему Отцу Иосифу причислит и Деву Матери. Твои Боси же милости спасательны, Тебе славу высылаем, Себе начальник Твоем Отце, Пресвятым, благим и желаторечным Твоим Духом, ныне и присно, и в веки веков. Аминь. Аминь. Спасибо, Господи, благослови нас. Он и Господь на добрые дела ваши, а не Господь в путях ваших. Богу. Выезжаем с Воронежа. Все загрузились. Это вот та машина, на которой мы едем с Самуилом. Машина перегружена. Здесь более 3 тонн. Наверное, в машине около 2 и тонна в прицепе. Дорога хорошая. Сейчас рассвет в Воронеже. Хотя уже, в принципе, около там 9:30, где-то 10 утра. Поспали подольше, чтобы выспаться. И уже сейчас весь наш караван поедет дальше. Едем к нашим братьям, воинам, радовать от вас. Спасибо вам огромное. Всех вам благ и нам помощи Божией в дорогу. Я в декабре ездил 3 раза. Тяжело, но когда ты приезжаешь, вот проезжаешь эту границу и попадаешь на эту землю, когда мы пересекаем границу малой земли, я радуюсь тому, что вот мы приехали на нашу землю радовать бойцов. Ну, у меня душа просто аж кричит, поет и радуется. В Новый год я отмечал с бойцами.
практически на линии фронта, не буду говорить, где это, ну, неважно. И 1 числа я выехал в Козельск, 1 числа, ровно в 7 утра я был в Козельске, грубо говоря, переоделся, загрузился, и в 7 вечера, 7:30 вечера, вот мы с тобой выехали в Добрый Путь. И люди говорят, а откуда у тебя столько продукции, которую ты можешь радовать? Бойцов, в первую очередь, нам важны бойцы. Дальше нам важны дети, которые остались. Там есть 3 приюта. Трудно ребятам и те карапузы, которые пришли на фронт защищать страну. Вот такие карапузы. А сейчас они худенькие, миниатюрные. Ну, тяжело им. Не хочу говорить, тяжело. Вот хочется привлечь людей, которые бизнесмены, имеют свои рестораны. Ребятки, если есть возможность, уделяйте внимание нашим парням. Позвоните, слава богу, есть контакты наши, есть любой, в каждом городе, в каждом регионе есть волонтерская группа, которая с большим удовольствием примет продукцию от вас и передаст лично в руки. И чтобы вы понимали, вот все, что вы жертвуете, как мне там пожертвовали огромное количество сникерса, там вот это все, сладости. А я же сладкоежка, и я понимаю, так хочется сладкого. И вся полная машина забита сладостями. И чтобы вы понимали, мы никогда не тронем ни одну вот вашу помощь. Она адресно будет доставлена. И я очень надеюсь, что скоро закончится это, даже не знаю, как сказать, братоубийственная война. Также мы будем необходимы, потому что война-то закончится. А много всего там некомфортного останется. И наша задача будет привести в порядок деток, мирных жителей. Бойцами-то займутся уже квалифицированные специалисты. Слава Богу за все. Район, передаем ваши сладкие подарки, все, что вы нам передали, своих не бросаем, ребятам на передовую, с Новым годом. Благодарю, ребят, благодарю. Сегодня перегрузили груз из Воронежа ребятам на передовую. Ребят, я сам корреспондент и снимаю документальный фильм «Война глазами простого человека». Такие простые вопросы до СВО. Кем вы были вот по должностям? Что вы делали в жизни, работали? Автомеханик. А ты? На складе. Работал на складе. Работал на складе? На складе работал. А сами откуда? На Риск. Ивановская область. Я из Калуги. Я вот вашему однополчанину, так сказать, он сфоткал. Посмотрите наши серии. Если вот то, что сейчас ты говорил за кадром, вот за это подарки, за эти грузы. Да, да, не вопрос, еще раз. Нас, конечно, Министерство обороны снабжает, в принципе, да, по военной тематике все есть. Но вот эти вот маленькие вот вкусняшки, как бы, да, это все равно лишняя мотивация и доброта, и настроение. Спасибо вам большое, мужики, спасибо. Ну, мы это только передаем, да. Мы только доставляем, потому что все, что это собирается, это люди собирают, это, ну, спасибо, наверное, им, тем, кто участвует, тем, кто жертвует, тем, кто передает эти подарки. Не, Народному фронту, да, людям, которые передают, да, которые участвуют, не остаются в стороне, вам тоже спасибо большое. Мы все прекрасно понимаем, что за нами страна, как бы нам бы тяжко бы не было, да. Негромкие слова сейчас, но я искренне верю, что победа будет за нами. Даже не сомневаюсь. Спасибо вам огромное, низкий вам поклон, дай бог вам удачи, здоровья и главное вернуться домой к семьям. Спасибо, это главное, да. Спасибо вам. А когда мы уезжали, ребята предложили попить кофе и разрешили залезть в кабину военного Урала
а в кабине лежат детские письма. И я не знаю, мне это трогательно. Скажи, пожалуйста, когда вы получаете письма от детей, что для вас это? Что для нас? А у нас это подарок из дома. Звезда, которая приносит мне победу в бою. Ребят, спасибо вам огромное. И вам спасибо за то, что не забываете, помогаете. Спасибо всем, кто участвует в данном мероприятии. Очень приятно, что люди помнят, не забыли, что мы Сватовский район, и сейчас очень плотный туман, что для нас очень хорошо. Фактически нас туман сейчас закрывает, поскольку мы идем по дороге, которая иногда простреливается, и благодаря туману мы можем беспрепятственно двигаться. В такую погоду квадрокоптер не сможет зацепиться за машину и передать, соответственно, координаты. А это наши ребята, которые нас сопровождают там дальше. У них еще осталось немного груза, да? Куда они будут выгружать его? Детский приют, госпиталь. Ну, детский приют там есть, для традиционный детский приют. И ребятки везут туда продукты, игрушки, соответственно, деткам. И в госпиталь для наших бойцов также оливье. Ну, там много всего интересного. Молы моя, муши, Господи, разумение мое. Отмени нас умоление моего, царю мой, Боже мой. Я как тебе помолюсь, а Господи. Было 100 детей, сейчас на данный момент 60. Но когда у нас учатся умственно отсталые дети ОВЗ и глухонемые дети, то есть дети, которые имеют проблемы со слухом, с аппаратами. Но в основном глухонемые дети поехали сейчас в Луганске в интернате, потому что боятся здесь находиться. И так как у нас возможностей, чтобы дети находились постоянно здесь, нет. У нас детская площадка была одна единственная здесь у нас в городе Сватово. Но, к сожалению, горки наши испортились. На заднем фоне слышно, да, как хлопает? Сейчас вообще сегодня более-менее нормально. А так, мы уже привыкли, мы на это внимание не обращаем. Я вам скажу, у меня муж звонит и говорит: Ира, у тебя там все в порядке? Я говорю, все нормально, а что такое? Это там очень громко на той стороне, там, где мы живем, в центре. Там громче. Я очень благодарна от себя лично, и от нашего всего коллектива детей, что вы приехали к нам, что вы помогаете, поддерживаете. Я думаю, что мы с вами вместе, и мы победим. Спасибо калужанам всем.
благотворительному фонду за то, что нам помогают, вот, не дают нам это самое погибнуть. Спасибо вам большое, спасибо. Тем, которые собирают, и тем, которые привозят. Пусть и Господь хранит. И всем с праздником, всех поздравляю с праздником, всем желаю мира, добра и здоровья. Спасибо вам огромное. Дай Бог вам здоровья. Дайте вас обниму. Спасибо. Спасибо вам. Здравствуйте, добрый вечер. Отведайте по нашим традициям кутю. Сегодня свят вечер, Рождество святое Христово. Вы должны попробовать нашу кутю. По возрасту? Или без разницы. Пожалуйста, ложечка чисто поварили весь вечер. Очень вкусно. Домашний мед натуральный. Папа дома? Папа, мама, все дома. Сегодня... Ну, давайте я попробую. Пожалуйста, попробуйте. С праздничком вас. Святого, мирного вам неба над головой. Счастья вам, здоровья огромного вам. Всего вам самого хорошего. Живите очень долго-долго. Взаимно. Храни вас Господь. У нас сейчас время такое очень страшное. Спасибо большое вам. Всего вам самого хорошего. Мы остановились, встретили знакомого. Идут девчонки и предлагают. Как вас зовут? Ира. Полина. Вы здесь живете? Да, мы здесь живем. Спасибо большое, Боже, спасибо вам большое, огромное вам спасибо. Мы живем в городе Лисичанске уже очень давно. Очень хороший город, но жалко то, что вот сейчас такие события у нас происходят. Очень жалко. Очень хочется мира, спокойствия, хочется, чтобы закончились эти все стрельбы, просто уже хочется просто спокойно ходить по нашему городу. Очень хочется. С Рождеством вас. И вам спасибо большое. Да, хочу сказать, мы находимся в городе Лисичанск. Да. Здесь 8 километров до передовой. Да. Вчера был очень страшный обстрел. Да. Как отсюда, так и оттуда. Да. Было дело. Вот. Приехали в гости, нас принял Василий Андреевич. Анатольевич. Анатольевич, простите, ради Бога. Ничего себе. Василий Анатольевич и сын Максимилиан. Максим, просто Максим. Максимилиан это уже римский император, наверное, какой-нибудь. Растет. Света в доме нет. Есть генератор. 20 месяцев уже нету света. Есть генератор свой, да? Есть генератор свой и есть аккумуляторная батарея, которая работает от светодиодных лент. Ну, чтобы хоть... Как-то да. Ну, да. Вот на камине я у вас видел светодиодные ленты. Да, да. Просто, экономично. Мы сидим вот так по-простому. По-простому. Кушаем, ужинаем. И хотелось записать интервью в классическом виде, но я думаю, чтобы передать атмосферу, в которой мы находимся, и вот Самуил с нами, с кем я приехал от благотворительного фонда «Покров», он все время за рулем, руль мне не дает, чтобы я ему помог. И правильно делаю. Ты мне помогаешь рядом. Достаточно, что ты рядом сидишь. Вот я с ним ездил вот. До Воронежа. Он хороший водитель. Да. Встречают нас здесь, принимают очень тепло везде. Хотелось бы все-таки вас послушать. Самая тяжелая история 30 июня. 22 года. Я сижу на беседке, сын Максим, двое его друзей на втором этаже там занимаются. Вот первый прилет прямо в мой двор. Я сижу на беседке здесь рядом. А просто... Максим с друзьями пленку натягивает на окна. Просто убежать никуда не успеваешь. Ну, в погреб спустился, ну, посидел, они сбежали это. Опять сижу, проходит минут 30-40, это в один и тот же день, с интервалом 30-40 минут, второй прилет, и осколки только
Ну, два прилета в один день в мой двор. Вот это было это. А еще четыре раза я попадал, просто Бог отвел, чтоб я не погиб. Шесть артиллерийских обстрелов, в которые я лично попадал. Все. И нечего добавить. Все во дворе увидим завтра. Пойдем покурим. Я хочу сказать, что вот за этими короткими словами хорошо, что не было камеры крупного плана. Потому что буквально в этих двух предложениях и взрослый мужчина, который с сильнейшим характером, заплакал и ушел курить. В 2014 году, когда все это началось, отделение ЛНР, ДНР, сюда заходили украинские войска? Так они, конечно, они здесь и квартировали. Они жили, они в детском садике жили, в школе. В садике, жили. В школе. Школа там вообще. В частном секторе. Больница. А как они вели себя? Смотря где. И смотря, нам просто повезло, что у нас здесь не было нацбатов. У нас стояло ВСУ. Ну да, у пацаны них, молодые, хоть, вообще зеленые. Хоть какое-то командование, но было от армии. Ну а там, где стояли нацбаты, Айдар знаменитый. Потом вот это у нас где этот... Боже, Торнадо. Торнадо. Ну вот мы были... Они были нацики. Ну, вот там, где в Новосветловке были там... Это Айдар. Там, где вот были... Айдаровцы, где был Торнадо, они издевались над гражданскими. Азов. А вот у нас, вот где мы живем, у нас здесь было чисто ВСУ. Угу. Издевательств не было. А где стояли нацбаты, они кошмарили население. Кошмарили. А уходили они отсюда? Они повзрывали все мостики. У нас здесь в деревне три мостика, все три мостика взорвали. В Лисичанске 5 мостов взорвано. Тамашовский раз... На пролете 2, железнодорожный 3, на Северодонец, который уходит, 4, и на Стекольном, там где через понтон, 5. 5 мостов взорвали. Красивейших. 5 мостов взорвали через реку Северский Донец. Я хотел бы обратиться ко всем русским, проживающим во всех странах мира, где они только живут. Я хочу пожелать, чтобы мы взяли свое все территории южнорусские, которые всегда принадлежали нам и которых мы никогда никому не отдадим. После Северодонецка и ночевки в Лисичанске, ну, условно по местным меркам относительно спокойной ночевки, мы сейчас приехали в женский монастырь к игумене Екатерине. Матушка, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй. Аминь, 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 аминь. Аминь, аминь, аминь. Ой. Ты не один? Нет. Вместе, да? Матушка. Здравствуйте. Игорь. Ага. Матушка Екатерина. Глаголющие
центр ополченческого движения был в Луганске. Они туда ехали, ну, я не знаю, что там у них были, сборы, общения, ну, разговоры свои какие-то там. Вот. А проезжали-то они мимо нас. Это вот трасса идет на Луганск. И все хоть уходили, хоть заходили, хоть тогда ездили, они все мимо нас. И наступил момент, когда они стали заезжать к нам, общаться. Мы их чаем угощали, какие-то тормозки собирали, они же везли там людям, которые там находились. И молебны служили им все время. В дорогу молебны. И поэтому я их практически всех знала. Всех, кто в ополчении находился, кто приезжал. У нас начались какие-то нехорошие отношения с Западной Украиной, с Центральной Западной Украиной, потому что тут же сразу поднялась тема объединения, ну, вхождения в Евросоюз. Мы этого не хотели. Не хотел никто. Во-первых, мы до этого уже занимались темой ювенальной юстиции, гендерной политики и так далее, и так далее. Все же уже цвело в Европе. Нас это совершенно не устраивало. Всегда мы понимали, что мы все равно будем с Россией. Приезжало много людей, ко мне обращались, я всегда говорила, мы будем с Россией, но только после войны. Будет еще война. А потом уже мы будем... То есть нас никто не отпустит. Просто так в Россию никто не пустит, потому что их задача нас или уничтожить, или каким-то другим способом, но не пустить. И действительно они пришли, заехали с трассы, а мы были, молебен служили. Вот, бегут ко мне, кричат, это, по-моему, матушка Феврония кричит, матушка, ну, танки, а, танки. Ну, я тогда были не танки, БТРы зашли. Или БМП, ну, на траках, не знаю, кто из них на колесах, кто на траках, я забыла. Ну, и военные. Лугань один зашла, этот батальон. А я говорю, ну, не бойтесь, ну, не буду же не стрелять, мы же свои. Вы знаете, в голову не приходило, что свои, мы всю жизнь были, ну, вместе, везде родственники, все рассыпано, ничего не поймешь. Те в России половина семьи, те тут, те на запад. Ну, оно ж одно было годами. И вдруг они зашли прям вот так с оружием. И с так... А мы тут десяток женщин, старушек и с танками. Мы все время под автоматами ходили. Мы по водичку ходили, что туда на источник. Они стоят по краю, по бокам с автоматами, а мы между ними. Ну, выжили. Выжили, все нормально, слава тебе, Господи. Было такое, что однажды меня чуть не взорвали в храме. Айдаровцы. Сейчас оно запрещено в России, этот батальон. Они подъехали, смотрю, собираются с гранатами в руках, собираются взрывать храм. И зовут батюшку. А священника у нас не было. Пошла к ним. Ну, нет, ты кто? Монахиня. Иди ты. Ну, один другому говорит, вали ее. Ну, вы знаете, я не думала о себе. Я думала, сейчас храм, чтоб храм не разрушили. Я спасала храм. И пошла. Ну, как-то с ними разговаривала. Смотрю, он гранату держит, дверь открыл. Это было 11 декабря 2015 года. Я говорю, ты что хотела? Ну, начала с ними говорить. Ну, в общем, заговорились они. Пошли в храм, пошли, пошли, я покажу, пошли. Думаю, ну, только молиться же надо, что делать? Ими надо молиться, как остановить. Когда зашли, я начала спрашивать, откуда, что, а что вы знаете в церкви? И один проговорился, имя прозвучало, святого Николая Угодничка. Я говорю, так вот он, давай молиться. Я стала сразу на колени, и они со мной один стал, потом и второй. А я начала читать на память акафист Николаю Угоднику. И не стояли. В общем, уговорила я их, унянчила. Вышли мы оттуда, правда, все время с автоматами опять. Один вроде как бы ничего, от них не слышно было запаха алкоголя. А вот что под наркотиками видно было сразу. Со Львова у нас был один нехороший мальчик. Ну, он нас не трогал, но видно, что ну, на фронте же был. С Орехова бежал. Ну, Новотошковка, Орехова. А говорит, а что там?
нету ни оружия, ничего, с автоматом на танк. Автомат и мешок наркотиков. И все. Вот это чем... Ну, это ж, ну, не наши слова, а их слова. Они рассказывают, да, наркотиков много было. Очень много. Они всегда под воздействием. Ну, в общем, уехали они. А тут, не знаю, тот же день, чи на второй день сразу приходят утром, говорят мне: «Матушка, к вам опять военные». Думаю: «Господи, неужели не ушли?» Пошла, приехали сюда, до трапезной. Там люди с зеленской ленточкой, с красивыми бантиками. Тут красная повязка, все русские. Не знаю, как сказать спасибо. Это ничего не сказать. Надо что-то говорить больше. Против, ну, после того, как мы пережили эти страхи и пришли они, мы стали жить. Мы, честно говоря, хоть наелись. У нас и хлеба не было. А когда они пришли, они, не знаю, они тепло какое-то принесли, они радость принесли. Я знаю, что им самим очень трудно. Я знаю, как это. Приезжают люди, я им нахожу тысячу слов, а сама плачу. Так и им очень тяжело. Ну, ребята, по-другому никак. Не выстоять, не выжить. А против фашизма надо противостоять, они же полезут дальше. Они их не остановишь, потому что я не знаю, откуда такая ненависть взялась. Или мы пропустили что-то, или, ну, не знаю. Должны мы выстоять, ребята, должны выстоять. И должны победить. На доставку, закупку и перевозку гуманитарных грузов для обычных жителей Донбасса продолжается, а также для военнослужащих, которые несут нелегкую службу на передовой, защищая нас с вами. Ну а я, Игорь Попков, простой человек, и вся наша съемочная группа благодарит вас за ваше личное участие. По QR-коду вы можете пройти и оказать эту помощь, а также в описании под этим фильмом. До новых встреч!
Покажем то, о чем стоит напомнить и рассказать детальнее. Вы смотрите «Темы недели» на телеканале «Мариуполь-24». В студии для вас работает Ксения Васильевич. Сейчас реально тихо. Возвращаемся. Военные корреспонденты со страниц киноленты, как огниво во тьме на священной войне. Ваша смелость и правда нам дает верить в завтра. Победа придет, победа нас ждет, вместе с Россией вперед. От вас знаем войны и горе, и слезы закончатся вскоре. Память священно хранит, подвиг дедов не забыть. Станут истории факты, знаем, наступит и завтра. Счастье нас ждет, Россия вперед, вместе единый народ. Военные корреспонденты со страниц киноленты, как огниво во тьме на священной войне. Ваша смелость и правда нам дает верить в завтра. Победа придет, победа нас ждет, вместе с Россией вперед.